Так, кто сейчас в аванпост заходит? Лео. Лео? Окей. Предупреждай. Так, кто сейчас бы встретил? Там на улице снайпер сидит. Ну, я никого не вижу лично. Но он справа от лестницы. На горе там справа? Транспорт. Нет, справа. Да, где справа Аврора, это лестницы. Я. Это я лежу. А что это по мне стреляли? Не, я по тебе не стрелял. Это сверху против тебя стрелял. Я вообще не тебя не трогал. Свои, ну, вот, получается, где я приземлился, с моей же стороны стреляли, где Аврора. Не-не-не-не. Но я не знаю, может, тут кто-то еще кроме меня лежит. Но я его лично не вижу. Ну, короче, ты теперь это знаешь. Ваня, мне 200 евро до тебя. Кто фонарем светит? Пытаюсь загрузиться заново. На Андромеду попадаю. На нарколабе кто фонарем светит? Там двое. Вот, смотри. Отключите освещение на кораблях. Кнопка 5. Парни, Хорнет с фонарем. Не наш? Нет. Сейчас атакую тогда его. Он меня на мушке. Ну, круто, конечно, но со снайперки я его не сниму. Атакую, Хорнет, конечно. Атакую. Я могу выйти, снять его. Кого, Хорнет? Давай, бей его. Из чего ты снимешь его, Лео? Из базуки своей. Да ладно, не придумывай. Из базуки. Не, все, сиди. Он уже атакует кто-то. Блин. Ну ты еще за рулем пока на Андромеде. Да, и у меня после краша есть вот этот приглас, типа продолжить. А вот сейчас попробуй. Да была ошибка эта 20.07. Короче. Сейчас я отвалюсь из кабины пилота. Перехвати управление. У меня там сейчас не должно быть. Кош, да, здесь. Можешь рядом с транспортником лететь впереди маршрута? Я пока не вижу вас. Мы посередине. 100 километров от этой точки. А, вы высоко, то есть, да? Я пока не вижу, 100 километров я не вижу. Ну, меня подбили. Сейчас возьму Андромеду, прилечу. Кого убили? Субарян убили. Ребят, я вижу тебя. Я через 5 минут уже заканчиваю. Это снайпер Арахис. Я лечу на Андромеде. Ваня, я рядом с тобой? Нет, не со мной. Как не с тобой? С тобой рядом. Еще одна Андромеда. Ребят, тебя, кстати. Ребята, у кого ошибка 20 или 40 тысяч, поставьте плюс в чатик. А в ивент. Кто-то кого к мосту подходит. Плюс в чатик, да? Ну, чья Андромеда находится еще здесь, недалеко? В какой чатик-то? Ну, ивент 2505 в Дискорде. Притомнитесь. Заходит внутрь. Наш не заходит? Нет, не наш. Внутрь заходит, он ранен. Кто внутри? Есть кто-то внутри? Да, есть. Убивай. Он ранен. Он не заходит, не хочет заходить. Давай, я сейчас открою дверь. Встречаем. Вышел, что ли? Нет. Да, вышел. Нет, не вышел, блин, двери закрыты. Так нету никого. Выкинул, возможно. Может, у меня крови. Сейчас я зайду. А Ваня? Кто у тебя там заберет? Повторяю, в аванпост заходит Арахис. Понял. Ваня, кто у тебя есть кто-то? Да, кто-то был. Только кто не знает. Управление могут взять, нет? Заходи, дробаша получишь.
На аванпост заходит Аракис, повторяю. Я не помню, мы вообще играем уже, и все, закончим. В консте кто-то находится в этом, нет? Парни, давайте заканчивать. Ну, подождите. Андромеда, походу, зависла, потому что, ну, вообще, она висит на месте, и все, я ничего не могу сделать. А ты сел, да, за пилотское кресло? Я на пилотском кресле сидит еще старый пилот. Выстрелили ему в голову просто, есть пистолет. А там на земле никого нет, да? На земле? Над землей, над... Над землей, не знаю, не видел, я ушел в аванпосте. Да, давайте хотя бы я на старике прилечу, хоть один транспортник улетит отсюда. Вот он, транспортник есть, вы застрели эту Ваню просто и все. Сидящего в кресле. У меня оружия нет. Возьми ломик. Задуши голыми руками. А сделайте битом. Я вообще рядом. Ну вот если рядом, ты должен видеть вот сейчас, что Скайфа летает вокруг Аврора. Есть. Я слышу, что кто-то летает. Я к тому, что говорю. Я вижу. Так, парни, говорит Аракис. Всем спасибо за игру, я выхожу. Давай. Давай, пока. Всем пока и удачи. Олег. Я Лангвард вижу. 20 километров. Господа. Ну, интересно, кто это по мне стреляет? К вам Феликс зашел из соседнего, из группы 3. А, у нас вопрос, мы как по времени там тормозим, не тормозим? Я так понимаю, что у вас часть людей вывалила из нас, часть поумирала. У нас часть людей осталась. Да, часть, и у нас часть осталась. У нас вопрос, мы как по времени, типа, сворачиваемся? Если есть желание поиграть, например, да, то можно еще поиграть. Если кто-то не хочет, то, пожалуйста. У нас второй запуск. Мы просто видишь, мы не можем никак зайти. Вот у нас вот, мы да. 25 пишем эти ошибочки. Да. Та же проблема у нас. Так, это что, ребят, переиграем на другом серваке? Или... Мы хотим тайм-аут взять, потому что у нас некоторые люди уже, говорят, все подустали, и реально у нас часть народу просто не могут зайти. Что кто вылетел, у них та же самая ошибка. Ну, то есть мы переносим другой день, так то техническая самое. Победа, можно сказать. Ну, да, как. Мы же никто не доставил, я так понимаю, транспорт, типа ничья. Ну, да. Получается так. Ну, ничего страшного, переигрывать. Давайте тогда переходите. Переходите в этот канал. Все, принято. Давайте пообщаемся. Я тут. Меня слышно? Да, да, слышно. Да, ты очень вернулся. Андромеда, выходить? Да, может. Я сейчас тебя выйду. Добрый кошек. Ой, блин, пятый уровень пиратства отмывать. Кто тут со мной? Подвести, нет? Поехали. Он на вроке поедет. Дим, что ты хотел? Не, ну я так-то хотел, чтобы ты, может, чтоб ты зашел в игру и что-то как-то свалил куда-то. Вообще. Время 20.07 было, а после второго, ну, короче, не первый раз я захожу, мне выбивает 20.07. Второй раз захожу, у меня краш. И так постоянно. Да-да-да, то же самое. Пробился, но у меня варт не включался. Ну, то есть он начинает пробиться, но я на одном и том же месте остаюсь и ни хрена в корабле сделать не могу. Unlock не Аврору. И вот такая вот херня на протяжении первого раза выкинула. Ничего не мог сделать. Привет, может это перейдем в группу 3? Получилось. Говорим. Чем закончилось? Да не Артана, вы что? Да, сел. Ну, давайте тогда. Аврора уничтожена. Группу 3 я сейчас позову туда к нам. А давай. До чего я не хотел в пул заходить? Переходим, второй вышел. Так. Безудержное веселье. Ну круто. Тут я так кто что Крису будет писать?
Я так понимаю, половину у вас не могут зайти, ошибка там 2 чего-то 0-0-0-0. И у нас такая же есть проблема, что кто вылетели, не могут зайти обратно на сервер. Ну да. А еще вопрос, а вы видите всех? Ники не видно. Ники не видно, а корабли неизвестно. Бывает такое, да, это возможно. Когда вы меня втроем с цепью навалили, я ни одного не... Кстати, да, у наших тоже такая же проблема была, что кто-то стрелял и не видели, кто стреляет, то есть из пустоты. А это я был. Возможно. О, да, я не знал. Могу даже видео скинуть. Отлично. Приятно было, ничего не видно. Так, ну все, я на нарколабе, мы победили, да? Да. Лети на Левский пока. Да, да, сейчас попробую взлететь. Ну, кто-то под нарколабой бегал, да, и его кто-то убил. Был такое? И не один раз. Я убил. Ну да, просто... Не знаю, я там сколько бегал, выжил. Не видим друг друга. Я кого-то убил, не помню. У меня просто не было патронов, я убивал этим прикладом. У меня при подлете к нарколабе жутко трясет. У меня тоже проблема. Кстати, минуту, может кто-нибудь напишите КНДР, либо кодом, чтобы узнать, как у них прошло заодно сразу. Кто здесь меня пытается убить? Я думаю, что так. Это я. КНДР вообще... Ни одного человека онлайн. Ну это мы не. Давайте толпу здесь. Они в тиспике просто сидят в своем, они там сами. А. Не в Дискорде, у них там тиспики. Даже не обращай внимания. Я предлагаю толпу где-то собраться прям всеми. Да, я хожу на коллабу, никак. Ела в корабле сидела. Да, правда, может скрин на память? Да я вот тоже так. Так народ полетал. В самом начале игры меня вот как вот стартовали перед этим за 3 минуты, меня выкинуло. Uh-huh. Выкинуло с ошибкой 20.007. И больше не пускал. Это время, сколько я не входил, 20.007. Да, да, да. Вот у меня та же проблема. 20.07, у нас таких тоже несколько человек. Роутер перезагружали, нет? Да, да. Ком перезагружал, роутер перезагружал, папку юзер сносил. Ровно по 24 человека на обоих серверах было. Странно, я вот когда пришел, да, только уже, когда вы здесь все собрались, я зашел, мне заходить, Василий сказал, заходи. Я начал заходить, у меня это ошибка, раз. Закрыл игру целиком, все прочее, открыл и опять второй раз ошибка. Перезагрузил роутер, перезагрузил компьютер, все, зашел, все нормально. Ребята, еще была проблема, когда выходишь из корабля, и тебя трясти начинает, да, а вот не работает. Да, тряска. Кто-то на нарколабе, не убивайте не, меня, ну, я тут ну, свой. Тряска, в общем-то, была постоянно. То есть подлетаешь, с Ализара вылетаешь, была тряска, и подлетаешь где-то много кораблей, тоже тряска. Да, вот, проблема самая главная одна, то что больше человек не собирается. Да, но у нас слишком много, очень много народ собралось. Есть такое. Надо как-то маленькими партиями. В следующий раз можно как бы это именно набор от каждой там команды. От каждой гильдии хотя бы 3 человека, не больше. Да, ну, ребят, больше в принципе-то сервер рассчитан на 50 человек. Он должен выдерживать. Треснет пополам. Не выдерживает. Выдерживает, да. Он половину не выдерживает. Пополам треснет. Кто там стреляет? Ну, начало было веселое. Мне понравилось. Очень, да. Не, на самом деле, все, по-моему, кстати, получилось клево. За исключением. Весело, потом... кроме того, что некоторые корабли не видно в упор. А, ребята, расскажите они вашу тактику. Они стреляют, а ты их не видишь просто. Виктора, расскажите, что вы хотели сделать, что вы делали? Два снайпера там, да, по бокам. Не боль. Три? Нет, три. Может. IJC Rosset? Кого ты именно? А кто в второй группе был? Да, да, да. Ну против нас. Против Турбо и остальных. Что вы хотели? Какая у вас была тактика? У нас было пару разведчиков отправлено на Омы. Соответственно, под прикрытием мы хотели доставить Андромеду, но у нас прикрытие рассыпалось сразу там в бою. Андромеда не взлетела, стояла на Алисаре. До момента, пока уже бой не пошел вплотную на нарколабе. И уже когда там плотно вы засели, как это, в воздушном бою и внизу десанты, мы уже решили, короче, не ждать подкреплений и так выдвинуться. И в итоге мы даже прилететь не смогли. А вопрос, а где была ваша стелла? Что вы со стеллой делали? Дайте я вам за торговлю скажу.
Во-первых, за торговика должен был быть я, который вот с самого начала и вылетел. А, то есть у вас, грубо говоря, стелы не было, да, все время? Второй, то есть наш план парень, вы этим поломали. Нет, так у нас... Парень, который сел на торговик, он просто не знал, где находится Джамптаун. То есть представьте, во время всего вот этого, вот того, что происходит, объяснять еще правильно человеку, как долететь до Джамптауна. Когда даже маяк ему создать никак не получается. Не, маяк ему создавали два раза. А мы видели, ты человек задумал. Мы еще хотели принять, думали заработать хоть. В общем, проблема вот в основном насчет торговика из-за этого была. Я просто слушателем был, но я так понял, что вам просто не давали закупиться. Потому что ну торговик торговиком, но если вы закупитесь, вы тоже выиграете. Пехота сделала свое дело, ребята. Да, работа сделала. Да, ребята, Аракису просто респект огромный передайте. Со снайпером. Обязательно. Ну да, снайпер. Мы потому что смогли посадить. Хорошо. Ну, ребят, под нарколабой вы так и не убили всех. Да, да. Не, погодите, ребята, один был в большой броне убит. Только один, который с рельсой был изначально. А, ну да, да, да. А у нас в этом слабость, у нас на самом деле не было вообще боевых людей. Мы именно... вообще... Да, брони у нас нет ни у кого. У нас был план именно воздух. Мы не рассчитывали на пехоту, мы рассчитывали на воздух, да. Я какую броню? У вас столько катласов. Ребят, были еще... Я мог бы пойти воевать в десантом, но у меня баг был. Я вообще ничего не мог сделать. Просто хожу вокруг корабля. Вот помните этот корабль Ван Авенджер? Да-да-да. Это да. Я высадился, и у меня оружие не работает. У меня трясется все, я ничего не могу делать. Хожу вокруг. Меня то с одной стороны зайдут, думаю, за крыло зайду. Начинают стрелять, попадают. За другое зайду, все равно попадают. Потом, блин, обхожу с другой стороны. Все равно попадают. Потом увидел под лестницей стоит чувак и стреляет в меня. Не, у нас команда там рассыпалась на как бы 3, 6 и 2 часа. Ну, то есть нет. 8, 6 и 2 часа. Примерно так, от входа от лестницы стояли. Еще пару под лестницей. А, ну, ну да, отлично, отличная защита. Кого-то задели с воздуха или нет? Да, да, там с воздуха крылья нормально. Не, я имею в виду ребят, нет, которые стояли под это, под нарколабой. Нет, там очень сложно кого-то задеть, нормально стоят там. Ну да, просто у меня был только один человек, который... Потом второй появился. Ну, судя по всему, да, это глюк. И... Ну скажу так, я вот находился под нарколабой, с воздуха меня ни разу никто не задел. Задевали только снайперы. Ну да, снайперы... Откуда у нас снайперы были? Ну или кто там по мне стрелял в ногу все время? Да, Костик с вами играл, вот он... Это я стрелял с дробовика. Сзади под сраку давал, чтоб ты шевелился. Да, тут основная, наверное, проблема, то, что друг друга не видим, даже если в упор подходим. Да, вот такой момент был. Вот в чем-то проблема, что... А вот скажите, когда первый раз кто-то зашел в лабу и бежал прям сразу по прямой, да? Я просто зашел в отсек и расстрелял там отсек. То есть я не видел человека, кто зашел просто вообще. Не, у нас... Есть подозрение, никто... что были вообще залетные реально, потому что они удирали прям вообще в шоке. Нарколабу не помню, что кто-то зашел. Никто не зашел, да? Наших никто не заходил. Нет, а смысл, когда вокруг бегают, их всех видно? Не, у меня конкретно было, просто я сидел в одном углу, и слышу, открывается шлюз. Я не видел шлюза как открывающий, но я видел, как напротив шлюза дверь открылась и закрылась. То есть такое бывает только, когда заходит, соответственно, туда. Ну, однозначно, Кош, тебе бы завалили, если бы он, ты бы его не видел, а он тебя видел. Вот, а у меня крышанок. А это в самом начале было? В самом начале я расстрелял. Когда это я был, я открыл и спрыгнул вниз. И там кто-то двое стоит. Я на одного смотрю, он на меня посмотрел и отвернулся. Я наш спрашиваю, свои нет. А, ну кто-то мне чпокнул, судя по всему. Он смотрит на меня и на него. И вот бежу, он отвернулся. Это свои нет. Кто-то расстрелял потом. Ну, дверь я открыл, да, в самом начале, но я туда не пошел. Я открыл, думал, наши из корабля постреляют внутрь.
Открылась дверь-то напротив, которая. То есть вот я в чем понял. Да нет, я входную открыл и вниз спрыгнул под этот. Под нарку. Ну, да нет, пока в наших сетевых условиях нужно максимум 3 человека с командой играть. Не больше. Просто у нас много очень человек, просто не могли войти в сеть. Да, и еще такой момент, то что в последний момент, то есть прямо перед началом ивента немножко поменялись условия. То есть мы не могли со всеми все обговорить. То есть на ходу приходилось придумывать тактику, а какие-то нюансы обсуждать. Но это все нюансы. В целом прошло все хорошо. У тех, кто зашел, у тех, кто не вылетел, у них, да, все замечательно прошло. Не опыт хороший, хороший опыт знать будем. Я вас поддерживаю, да. Подождите, ребят, какие условия поменялись? 13 человек, что-то там стали больше делать. Нет, да, то, что мы сначала же хотели, что все будем на одном сервере, 4 команды, потом, когда у нас поняли, что слишком много народу, начали делиться по 2 команды на 2 сервера. Потом выяснилось, что команды разные, то есть часть народу пошли к турбо, часть так, то есть начали делиться.